Меня зовут Хио Леонид. Я учусь в 1-А классе. Мне 7 лет. Оказывается, что сказки «Конёк-горбунок», которую написал Петр Павлович Ершов, исполняются в следующем году 190 лет. Эта сказка переведена на многие языки мира. Английский, французский, немецкий, итальянский, польский и японский. В Японии эту сказку очень любят. Там эту книгу переиздавали более 30 раз. Эта сказка мне очень нравится. Она учит дружбе, добру. И когда у тебя какие-то есть проблемы, тебе друг всегда придет на помощь.